Праздник два раза состоялся на улицах Речной и Кочетова. В честь этого события жители получили подарок – детскую спортивную игровую площадку. Подробнее в сюжете. В домах на улицах Кочетова и Речной живет много семей с детьми. Но во дворах не было ни спортивной, ни игровой площадки. Благодаря программе формирования комфортной городской среды, администрации города и управляющей компании «Жилсервис» такая площадка появилась. На торжественном открытии присутствовали все жители близлежащих домов. В прошлом году на улице Речной 1, 3 и 5 управляющая компания по программе «Комфортная городская среда» заасфальтировала придомовые территории и установила бордюры. В этом году установили детскую спортивную игровую площадку. Мы ходили в соседние дворы через дорогу, чтобы поиграть где-то с детьми. Это неудобно. А здесь около дома очень хорошо. Песочница, баскетбольные кольца, качели, горки и турники. И все это яркое и из качественных материалов. Так что должно прослужить не одно десятилетие, говорит генеральный директор управляющей компании «Жилсервис». Площадка закуплена на бюджетные деньги. Она соответствует всем стандартам. Есть сертификаты. И наши специалисты устанавливали ее почти неделю. Сроки были сжаты, но работали с воодушевлением и усердством, чтобы быстрее успеть сделать подарок детям этого двора. Жители тоже участвовали в софинансировании проекта, но их вложения составили всего 5% от общей стоимости детского городка. Чтобы во дворе появилась такая площадка, нужно лишь самим проявить инициативу. Жители благодарны за хорошую работу и рады, что детям есть где проводить время. Детей очень много. Вот. И это платок. И есть теперь чем заняться. Управляющая компания «Жилсервис» осуществляет свою деятельность с 2010 года. Обслуживает 155 домов. За время работы компании 11 домов занимали места в республиканских конкурсах на лучший многоквартирный дом и получили денежные призы в размере 100 тысяч рублей на благоустройство своих дворов. Сейчас планируется заасфальтировать придомовые территории на улице Кочетова 28, 32 и 34. Кроме этого, ведется благоустройство дворов на улице Худобердина 174 и проспект Ленина 41. Зарема Фридман, Надежда Почанина, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.